Неудачное расположение квартиры, дачи или загородного дома, когда сотовая связь на последнем издыхании – это проблема. Но все не так страшно. Вот решение. Усилители сигнала сотовой сети или же интернет-сигнала. Есть внешний модуль, который принимает сигнал от оператора, есть внутренний модуль, который ретранслирует сигнал внутри помещения. Антенны и усилительные блоки могут выглядеть по-разному, хотя схема работы одна и та же. Но в интернете полно отзывов, что усилитель, еще его можно назвать репитером, не работает от слова совсем. Почему так происходит? Обычно от неправильного подбора модели или установки и подключения блоков. Поэтому разберемся, как все сделать правильно, хотя казалось бы, что там подбирать. Вот на экране смартфона четко видно поколение связи. Сложил 1 плюс 1, пошел и купил. И это не совсем так. Одна и та же технология связи, будь то 3G или 4G, может работать на разных частотах у каждого оператора. То есть, чтобы репитер работал корректно, нужно узнать частоту поколения сотовой связи, на которой вещает оператор еще до покупки. В данный момент активно используются следующие стандарты сотовой связи. И если выбрать репитер с неправильной частотой, он будет бесполезен. Например, репитер, который поддерживает частоту 1800 МГц, не сможет усилить сигнал 800 МГц. Отсюда и негативные отзывы, что устройства не работают. Определить частоту не так уж и сложно. Это можно сделать с помощью сетевого монитора вашего смартфона. Он вызывается специальной для каждого производителя командой. Если смартфон не перепрыгивает с сети на сеть, можно переходить к диагностике. Но бывают ситуации, когда вам необходимо определить частотный диапазон одной сети, а смартфон без спроса переключается на другую, более медленную, но с уверенным сигналом. Тут придется выбрать поколение мобильной связи вручную. В случае с усилителями сигнала это очень важно, поэтому всегда определяйте частоту именно в той точке, в которой планируете устанавливать внешнюю антенну системы. Потому что смартфон на улице может использовать один стандарт, а в помещении другой. Ведь более низкие частоты проникают в помещение лучше. Что же с диагностикой? Все просто. В сетевом экране есть информация о базовой станции, к которой подключен телефон. Находим параметр RX, он может называться и по-другому, а затем сверяем значение с табличкой и сопоставляем частоту. Вот соответствие для стандарта 3G, аналогичные с остальными 2G и наиболее быстрый пока что 4G, он же LTE. Если у вас есть доступ в интернет, можно сделать еще проще — скачать приложение и в два клика узнать все о сети без лишней путаницы в цифрах. Частоту определили, правильный усилитель приобрели, но после установки репитера можно обнаружить, что он все равно не работает или работает не так эффективно, как хотелось бы. Первое правило — всегда следуйте инструкции. Обычно там указано, что внешнюю антенну нужно размещать как можно выше, чтобы между ней и базовой станцией оператора было поменьше различных преград. Внутреннюю антенну производители рекомендуют устанавливать в вертикальном положении, например, на стену, и желательно как можно дальше от внешнего блока, лишь бы кабеля хватило. На нехватку длины жалуются часто. Почему важно разносить блоки подальше? Между ними должно быть достаточное расстояние, желательно побольше стен и прочих преград, чтобы модули не слышали друг друга. Генерация, самовозбуждение, эффект эха — ситуация, в которой усилитель начинает обрабатывать не сигнал оператора, а свой собственный, с каждым разом усиливая его все больше и больше. Производители предусматривают автоматическое отключение усилителя при обнаружении такой генерации. Иначе усилитель станет мешать работе остальных устройств, даже оборудованию оператора связи, а пользователи репитера могут привлечь к административной ответственности. Но обычно до этого не доходит, просто усилитель автоматически перестает действовать. Если сотовая сеть не является источником интернета, а нужна только для телефонной связи, можно обойтись без усилителя. Достаточно, чтобы был Wi-Fi. Уже много лет в смартфонах поддерживается такая замечательная штука, как Wi-Fi Calling. При поддержке такой услуги оператором можно включить эту функцию и совершать звонки даже при отсутствии сотовой связи. Так что если в доме есть стабильный интернет, телефонную связь можно пустить по Wi-Fi без лишних усилителей, лишь бы оператор поддерживал такую услугу. Но если наоборот, единственный источник связи именно сотовый оператор, а в помещении сигнал плохо ловится, правильно выбранный, установленный и настроенный усилитель поможет. Главное, используйте только комплектные антенны, проводку и усилители. Избегайте самогенерации и не включайте усилитель без антенн, иначе сгорит. Пока.